Добрый вечер, дорогие друзья. Всех приветствую с территории торгового центра East Point. У нас в Тбилиси в конце дня пошел дождик, но я оказался, не поверите, на автомойке. Ну, обычно нормальные люди в дождливую погоду машину не моют, но у нас же все ненормально. Просто внутри у меня в машине такое творится. Просто кошмар. Мы были где-то на съемке. Была дождливая погода. Это слякоть, грязь, песок. В общем, скоро у меня домашние какие-то... Не домашние животные, а ископаемые рептилии появятся в машине. Как один у меня был друг, который говорил, что у меня скоро ткаймали вырастет в машине. Столько там у меня земли. Сам он был из Эмиратии. Ну, сейчас почему был? Сейчас тоже он известный оформитель, художник, программ, декоратор. Вот, пришли мы сюда. Здесь тоже не особо много людей. Ну, это хорошо, хотя машин много, действительно, на самом деле. Вот, что-то везде пишут. О скидках какие-то новости. А, это Бата. Это магазин обуви. Наверное, здесь все дорогое. Вот я, знаете, какую обувь люблю? Которую не нужно завязывать, вот, чтобы ноги бы опускались бы без трагедии, без мучения. А если там нужно вместе с этой обувью жить, терять там, понимаете, гемоглобин, пока ты ее наденешь, нацепишь на себя, вообще мне такая обувь и не нужна. Вот я хочу что-то такое... Нет, обувь, в принципе, мне сейчас не нужна, но вообще-то хотелось бы что-нибудь такое устойчивое. Посмотрим дальше, что там происходит. А самое парадоксальное, значит, что из пункта А в пункт Б Ной Хвича тоже находится в строительных он гипермаркетах, потому что ему бабушка поручила в деревне, из деревни, из Гурджани купить какую-то плитку, в смысле керамогранит. Потому что они там что-то там строят, площадку какую-то. Вот, и мы вышли сейчас. Да, вот дождь был, мокро, но не страшно. Вот здесь очень хороший магазин, между прочим, для тех, кто любит хорошие ароматы. Здесь много магазинов, но... Во многие я так в жизни не заходил. Потому что когда ты в 2-3 зайдешь, 4-5, потом уже ничего не хочешь на свете. Ну вообще вот я люблю такие простые магазины, чтобы не нужно было печени оставлять для того, чтобы что-нибудь приобрести. Стриты. А, и во многих магазинах уже... Размеры не для меня. Там все заканчивается на Эли, по-моему, на Эльках. Ну, для тех, кто отправляется в какое-то путешествие, чемоданы. Вот это хороший магазин Готон, между прочим, такой недорогой, нормальный магазинчик. Тоже под вопросом здесь, будет ли что-нибудь моего размера. Ну, отдадим сейчас один круг, а потом, потому что они не очень любят, когда у них там внутри снимают, у них начинается истерика. Ну, хотя иногда, наоборот, им нравится, когда снимают. Не поймешь, в общем. Где как. Ну, там кинотеатры и тоже всякие магазинчики сувениров. Книжный магазин очень хороший есть. А, значит, отсюда тоже ты попадаешь в этот магазин Стрити. Ну, вот так вот гулять. После дождя ведь свежий воздух. Вот здесь вот так вот поднимаюсь, и там тоже, кажется, магазины есть какие-то. Ну, сейчас скоро уже
не за горами Новый год, новогодние скидки, новогодний шопинг. Уже вот мои друзья мне сказали, что в каких-то торговых центрах им попались елочки. Ну вот в Зару лучше не заходить, здесь вообще все для меня не по размеру. Зайдем в турецкий магазин Вайкики. Он более такой демократичный. А это кто такие? Charles and Case. Ну вот Wrangler Levi здесь на протяжении, не знаю, последних 10 лет ничего не менялось. Хотя вот эта вот цветная курточка, естественно, для дома особо в ней никуда не пойдешь. На грядку. Да, ну потому что в основном я ищу одежду, которую смогу носить и на съемках в кадре. А в кадре вот такое все размашистое и аляпистое, аляповатое, да? Оно не очень хорошо смотрится. Но теперь для обычных видеозаписей это еще ничего. А для эфира, там, представьте, выпуски новостей, ты там о чем-то серьезном говоришь, и вдруг на себе цветочки. Это у нас был один наш корреспондент, коллега. Вот он сколько, много он у нас, ну немного, 2-3 года он проработал. Я не научил его одеваться, к сожалению, эфирно. Может быть, так для дома он хорошо был одет, для каких-то обычных походов, но не для эфира. Потому что то какие-то пестрые сорочечки, то какие-то маечки. Вот знаете, когда вот ты переболел ангиной, вот ты еще 2-3 дня дома находишься. Такой вот вид непонятный. Оденься, ну. Или же наоборот, он так строго одевался, как вот для гроба, в могилу. Вот немножечко одежду тоже покажу, а то потом говорит: Михаил, вы так пролетели мимо всех витрин и даже не смогли посмотреть, что там у вас в Грузии в магазинах продается. Поэтому это вот, это кто такие? Это манго. На противоположной стороне Бершка. Вот в Бершке иногда бывает что-нибудь такое по размеру. Ну вот классика этого, вот H&M никогда ничего не покупал. Ну тебе не нужно, многие сейчас напишут, это мусор, это, ну лучше, чем фабрика Большевичка. Хотя на фабрике Большевичка, когда шили, да, мы же тоже одевались в свое время. В Тбилиси очень хорошие были швейные фабрики, трикотажные, что-то шили. И вязали. И даже такие зимние свитерочки вязали. Вот пришли мы. Это кто такие? Джек энд Джонс. Кто такой Джек и кто такой Джонс? Как Чиппи Дейл. Тоже вот все, вот, понимаете, вся одежда какая-то постельная. Вот где-то на даче, где-то там ты вот бездельничаешь, валяешься. Одно и то же. Да? Ну, хочется такое что-то нарядное, чтобы человек бы надел бы и сказали бы, что: о, как ты прилично выглядишь. Ну, такой вот мы круг дали. Может быть, очень большой. Сейчас заглянем. А что там такая очередь стоит? Что, не помещаются, что ли? В магазин не поместились? А вот сейчас я зайду вот в этот магазин. Он очень хороший, вот этот де-факто. А потом вам расскажу, что я подыскал, если что-нибудь вообще подыщу себе. Так что до встречи.